Южноуральский выпускник набрал 100 баллов по обществознанию. Парень пока единственный из 7 тысяч школьников, кому удалось в этом году набрать максимум по этому предмету на едином государственном экзамене. Это не единственная новость, касаемая ЕГЭ, которую мы сегодня вам сообщим. Тему продолжим с гостем. У нас в студии Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области. Доброе утро. Доброе утро. Все ли ЕГЭ завершены? Да, сегодня, 2 июля, последний день сдачи единого государственного экзамена, последний резервный день. Поэтому мы закончили эту процедуру. Недавно, Игоречка, расскажу тебе, с Аней мы читали новость о том, что Челябинская область бьет рекорды по количеству 100-бальников. Действительно ли это так? Действительно, это очень приятная новость. В прошлом году за весь период мы имели 129 100-бальников. На сегодняшний день мы имеем результаты только пока по 7 предметам. И у нас их уже 138. Мы очень рады за наших выпускников, которые получили 100 баллов по информатике. Их рекордные 18 человек. Это действительно наш южноуральский предмет, поскольку наши выпускники очень успешны и в ЕГЭ, и на олимпиадах по информатике. Очень хорошо сдали русский язык с точки зрения 100-бальников. Ну и в целом так по предметам. Всегда о результатах говорить очень приятно, но наверняка есть и другая сторона – это нарушения. Были ли нарушения в этом году? Ну, к сожалению, наши выпускники до сих пор испытывают судьбу и каким-то образом проносят на пункт проведения телефоны, пользуются шпаргалками. К сожалению, их досматривают перед входом? Да, процедура предусмотрена, так скажем, осмотр металлоискателем, но вот каким-то образом умудряются это делать. Для нас это остается загадкой, но это печальная история. 11 выпускников остались без аттестата. По-прежнему самым популярным нарушением, если так можно сказать, остаются телефоны. 8 выпускников с телефонами, остальные со шпаргалками. То есть их экзамен аннулирован только через год? И только через год они смогут получить результат. Уважаемые выпускники, ну зачем же вы так? Усложнять себе так жизнь. Я думаю, что есть смысл обратиться к нынешним 10-классникам, будущим 11-классникам, что лучший результат – это свои знания, это надежней. Ну, действительно так. Ну и вот сейчас последний экзамен сегодня случился. Что-то еще пересдается, досдается или уже все? Вот дальше только ждем результатов. Мы ждем результатов летом, а осенью, начиная с 4 сентября, те, кто по каким-либо причинам уважительным или вдруг не смогли пересдать русский или математику обязательно, они придут к нам в сентябрьские сроки, и у них будет еще такая попытка. Будет еще такая попытка. Да. Ну и, соответственно, те, кто уже с нарушениями, уже эти нарушения были зафиксированы, да, соответственно, они в этом году не пересдают только через год, а, соответственно, сейчас они не могут что поступить не получают, никуда. Они никуда не поступают, они целый год, ну, просто будут где-то работать. Юноши пойдут служить в армию, девушки будут грызть. Гранит науки. Хорошо. Ну и еще о, честно говоря, знаете, так вот в последовательности, раз мы проговорили, что по сравнению с прошлым годом у нас увеличилось количество 100-бальников, но это именно мы смотрим по 100-бальникам, а общий процент, ну, наверняка сделается средний показатель, уровень баллов. Безусловно, да, мы очень такую статистику точную ведем, и сегодня можно сказать из приятных тоже. У нас базовую математику стали значительно лучше сдавать. Если в прошлые годы это было где-то в среднем 4,3 балла, то в этом году 4,5. Такое повышение, оно очень значительное, хотя кажется, ну что такое 0,2 балла. У нас лучше сдали профильную математику. Собственно говоря, все предметы, которые пришли, они либо остаются стабильными результатами, либо чуть-чуть повышаются. Ну, отлично. Это крайне радует. А говорят, что молодежь не та, не ленится. Какие показатели замечательные. У нас замечательная молодежь. Я, кстати, с вами соглашусь. Вот я уже которую неделю на выпускных, понимаете? Лицезреешь, да? Удивительные ребята выпускаются. Будущее есть? Точно, точно есть. Спасибо вам огромное. Спасибо. Итак, спасибо, друзья. У нас в студии была Елена Тюрина, начальник управления начального, основного и среднего общего образования Министерства образования и науки Челябинской области.